по интересной такой траектории полетел в сторону ворота Хремчука, но в створ не пошел. Ответочка у Сморгони, выход 1-1, удар по воротам 3-2! 3-2 Сморгонь снова выходит вперед, это невероятная игра у нас сегодня, фантастика, вот так вот. Вели, вот так вот проспали защитники своего соперника. Ну и футболист Сморгони вот так вот элегантно правой ногой отправил мяч в ворота. Фантастика. Вот только, я думаю, болельщики Минска поверили в то, что можно сегодня вытянуть этот матч и выиграть, как Кирилл Леонович оформляет дубль. И снова выводит свой коллектив вперед. 3-2 в пользу Сморгони.